Мы второй день уже путаемся в дороге, потому что тут просто жутчайшие развязки, и мы опять не туда поехали. И сегодня у нас новое приключение. Мы в тоннеле уже минут 5 едем. Он какой-то бесконечный. Ну и куда мы выйдем, мы не знаем. Да, через 400 метров. Ого, нифига себе. Гигантский просто. Посмотрите, какой тоннель. Совершенно с другой стороны города. Вы знаете, где мы едем? Где? Хочу вас расстраивать. Под водой. Да ладно. Я не хотела вам говорить. Ё-моё. Под речкой? Да ладно, я шучу. Алина, не пугай меня так. Ты же знаешь, что у меня сейчас начнется. Ну вообще, скорее всего, паника. Да. Скорее всего, да. Господи. Да развернет, смотри. Сейчас развернет нас. Ух, есть свет в конце туннеля. Я тоже не очень люблю эти туннели. Опа, есть. Вот он. Такой момент, что мы опять в него сейчас заедем. Да? Она нас не она сейчас нас не поворачивает сюда, разве? Смотри, она нас поворачивает, чтобы мы наехали в тоннель. Да? Да. Слава Богу. Да. Она потеряла нас. Она нас потеряла, как обычно, на этой развязке, но... Jetzt weiter geradeaus fahren auf die A2. Девочки, заплатили за дофига денег за навигатор, который теряется постоянно. Мы реально заплатили за этот навигатор. Сколько евро, Лена? 70 евро. Собака, за что? Нет, ну то, что он в туннеле теряется, это логично. Да нет, то, он же не в туннеле. Развязке, он на развязке это, самое конечно, сложное опять. Вчера терялся. Мы кружились час, а мы голодные. Знаете, я просто еду по этим самым... По указателям, да? Да, он мне говорит, что на Мастриш, вот мы въехали в Мастриш, ага, дата нам налево в центр. Хорошо, вот мы, короче говоря, едем поедем. В Тупарь, вон Мастриш, центру, все, налево. Едем. Я не знаю, правильно что она хочет едем. От нас, эта барышня? Неправильно мы едем, как-то мы едем. Как-то едем. Просто реально заплатить дофига денег, она нас сегодня второй раз подводит уже на самых таких сложных развязках, которые нам, в принципе, в которых она нам и нужна. Но даже если навигатор теряется, представляете, как без навигатора? Вообще такие нервы, еще же дороги другие, правила другие в плане того, что ограничений много. Это не наши дороги, тут велосипедисты просто повсюду. Ленка, он там нервничает у нас. Да, Ленка? Да, она не признается вам. Красота, красота. Мы очень быстро доехали. Вот мы не туда поехали, а на самом деле гораздо лучший маршрут получился. Быстрее и без заморочек. Вот иногда... Надо было под водой, значит, надо запомнить, что мы ехали под водой в туннеле. Ну, это не под водой, это я шучу. Ну, как будто бы. Но в туннеле, да, в длинном. И мы приехали гораздо быстрее. Вообще, прям... Супер-супер, все сложилось у нас замечательно. У нас теперь план покушать, потому ой, что мы... болит. Просто, Алина, иди до меня. Я что-то пристегнулась. Да уже вы приехали. Уже ответ. Нам теперь желательно поесть. Да. Потому что мы только завтракали. И опять мы... шопинг опять успеть все за полчаса? Да. Так не все нам больно. Ну, нам много не надо. Мы вчера купили все, что нужно было, да. Просто глянуть, мы уже знаем, куда заходить, просто, и что глядеть. Сегодня расстояние нам кажется гораздо короче, потому что мы уже ориентируемся. Мы вчера кружили кругами, а сейчас мы, хоп, вышли, и уже мы на месте. То, что нам надо было. Мне кажется, что направо, и мы уже там. А нет. Похоже, очень. Похоже, но это не она. Да? А мне кажется, что а она. Кафе, это оно. Это оно, вот же. Наше Ленка, кафе. Это оно. Сегодня у нас опять спагетти с креветками. И мы выбрали все одинаковое. И водичка с лимоном. Приятного нам аппетита. Не поднимаю камеру наверх, потому что очень много людей. Здесь не принято, в общем, людей снимать. Так что приятного, приятного. Немножко вам поснимаю улочки. Смотрите, Dermalogica, бутик Massimo Dutti, Zara Home у нас. Везде скидки, кстати, видите, сейл, минус 50. Уговаривали Алину спеть, но девочки, звезда не захотела. Звезда сегодня на отдыхе. Правда, может, подзаработали.
Ну вот скажите, вот почему она стесняется? Вышла бы и спела. Знаете, я не готова. Хотя бы залезть, если бы я выпила на один бокальчик больше. Вот я прям не знаю. Я настаиваю, честно, вернуться. Просто моя ходовая ария, как раз, которую я вот могу, она прозвучала до того, как мы подошли. Понимаете? Это, которую знают все. Больше как бы так тяжело сказать, что сейчас спеть. Так это не надо. Знают все. Знают все. Много может спеть. Просто я настаиваю, вернусь. Ну ладно, мы как-нибудь это сделаем, да? Обязательно. Вот я это сняла. Да, я. Алина нам пообещала. Бокала, пока там где была. Сейчас пойду напою ее и пойдет, вернется и споет. Давайте, да. Пишите в комментариях, как вы думаете, споет или нет сегодня. Мы пришли к воде. К сожалению, прогулочные катера уже все, ту-ту. Вот, там будет один с динером, с ужином вечером, но мы уже точно не пойдем. Вот так просто посмотреть. Но вообще можно, видите, кататься днем. Разные есть программы. Ленка, сколько стоит обычный, по-моему, 10 евро, да? Там от 10 евро, в зависимости от того, от 50 минут до там 3 часа есть. Заезды в гроты какие-то. Ну да, разные программы есть. Да, разные программы есть. Купила вершки, да, серые? Да. Простенькая и сопутствующая. Ну я такие люблю. Вот мои серые вообще огонь просто. Их можно и с каблуком, и с кроссовками, и с чем хочешь. Я даже с шлепанцами сегодня их носила. А, мы, кстати, планировали, когда ехали сюда, кушать мидии. И рядом в кафе нам говорили, что не сезон, хотя мы знали, что сейчас они должны быть. И вот мы 2 дня ели на площади еду, мы показывали, что мы заказывали. Оказывается, что прямо рядом, через дорогу, были мидии. Поэтому сегодня у нас ужин с вином белым и с мидиями. Тут просто подают в кастрюле их, это практически там килограмм мидий, очень вкусно. Внимание! Это кастрюлька. Это килограмм мидий. Та-да-да-да! У меня же такая же кастрюлька, но мы взяли на троих. Смотрите там. Прям любишь их, да? Девчонки, честно скажу, мне, я вообще мидии, в принципе, ну, ем нормально. Но мне прям запах не нравится. Картошечка. Да, а эти нравятся. Да, они вареные. Все же вареные. Ну, они как бы мне на вкус обычные, но запах прям вообще не пошел. А так в целом ничего. Вино вкусное. Мы в шоке. Мы только что купили билеты по 30 евро. Ребята, мы не верим, что мы зашли вообще. У нас шок, достоялись, девочки, Алина. Прикиньте, ребята, мы купили. Ребята, мы купили билеты по 30 евро. Мы просто стояли послушать. Вообще, послушать за забором. Это просто капец. Девочки, я сейчас умру. Так идемте сядем уже, ё-моё, на же места. Туда! Пошли, а то сейчас начнется. У меня нету интернета здесь. Нету? Этого... Короче, ребята, мы попали на концерт Андре Рю. Алина очень-очень-очень хотела. И мы просто думали, что мы за забором. Настолько шок было, просто почти инфаркт. Шок, потому что мы думали, что мы просто послушаем. Во-первых, билетов не было, во-вторых, они там по 100 евро. И тут нам мужчина подходит и говорит, вам билеты не нужны, по 30 евро. И мы такие, опачки, конечно, нужны. Просто я не знаю, честно. Я правда не знаю. Ну, надеюсь, что нам будет интересно. Надеюсь, не так, как миди мне сегодня. Митингочки не зашли. Но просто сама обстановка, здесь люди приезжают с разных стран, с разных городов. Сама обстановка, вот она какая-то, слезы в глазах, просто потому что люди, ну, собираются ради чего-то одного, это круто. Да, короче, сейчас будем смотреть концерт, мы не ожидали. Но, знаете, если чего-то очень хочется, обязательно получится. Да. Случайно. Но этот вечер должен был закончиться именно концертом. Потому что мы приехали сюда, и здесь как раз неделя его концертов. Тут такая сцена, я сейчас вам покажу. Ну, просто грех не пойти. А мы просто, когда планировали поездку, мы не знали, что в это время он выступает. Ну, вот так совпало. Мы с ним обсуждаем все не случайно, потому что
что у нас сегодня отменился Амстердам. Мы себя снимаем спокойно, он все время нервничает, они сидят недовольны все время. У нас отменился Амстердам просто потому, что мы вот сидели и сами его себе отменили. Не знаю, почему так получилось, но теперь всему есть объяснение. Вот потому. Потому что страшно хотелось, знаете, я как маленький ребенок, мне так просто хотелось побыть в этой атмосфере на празднике, когда концерт на площади, когда вокруг ты оглядываешься, и ты понимаешь, что ты совершенно в другой стране, какая-то атмосфера, другие люди. Они здесь все такие какие-то, они радуются музыке, радуются всему. Просто побыть в этой атмосфере, куда ты ложишься. Кстати, ребята, вы знаете, на самом деле прикольно, никто не снимает почти. Нету вот этих телефонов над головами, и ты нормально смотришь концерт. О. Тут, конечно, бабушки все нервничают, причем мы там с камерами. Здесь никто не снимает. Вообще здесь запрещено снимать и людей, и концерты. Вообще люди не снимают ничего, поэтому они все... Мы из-под полы только себя. Мы типа не... Чтобы поделиться. Да, уже нам по стульям стучат. Тут, ну, короче, мы поэтому только себя снимаем, чтобы просто поделиться с вами впечатлениями. В нашем замке так классно, свежо, правда света нет, замок не подсвечивается, экономия света, но так замечательно такое, такая тишина, воздух свежий и прохлада. Если в городе очень жарко, то здесь прям супер-супер, мы идем спать. If I should fall, just go ahead, go and catch me, baby.